Всем привет, с вами Фанка. Сегодня мы играем в Hilti Impression 2. Давайте начнем ивент Super Jump. Вот билетики уже набрались. И давайте возьмем мою любимую машину. Ну, вы скажете, вот это хранительное, которое нужно на этих всех машинах, которые зарисованы. Ну, так сказать, единственная моя машина на, так сказать, больше очков, это, дайте угадаю. Но скорее угадай. Естественно, супер бэк. Что я еще должен? На чем гонять-то? Там, как обычные предметы, крылья и что. Если бы были бы у мотивизаторов прыжков, либо эти еще. Летелки. Ничего себе мне изменили. Так. Оп, полетели. Конечно, все равно далеко не несу. Потому что у меня супербайк, во-первых, запрокачен. Во-первых, я вышел. Давай, блин, конечно, естественно. Я сначала сделаю большой рекорд, а потом даже сам его не могу побить. Ну, окей, ну, кто не знал, такой небольшой. Ну, блин, конечно, да, что-то не особо. Ну, вообще, если так сказать, то я делаю еще, ну, как бы, вот этот, кстати. Ну, я, короче, типа, стою там и жду, пока... топливо закончится. Давайте попробуем. Вот как. Тут остаюсь. Я сейчас, мне кажется, особо не кричу. А хотя я пролетел. То есть, но все равно уже никуда не пройду. Надо подождем, пока ивент закончится. Но вот как бы действительно отсутствует. Ну вот видите, как бы у меня вот эти три машины есть, а Lamborghini, так сказать, называют в Америке эту машину недоступна. Три ламба, так сказать, недоступна. Это то же самое, наверное, везде. Давай. Но тут я уже долго не достану. Ой, сейчас, конечно, у меня есть выход. Все, 52 метра. Тогда кого, когда уже закончится. Ну вот, как бы результаты 5 очков. Баллы. Ну, в принципе, уже, по-моему, ну, считаю, я уже за эти два билета буду на 50 очков. Ну, конечно, не знаю, что на выпадет у меня на сетой жизни. Вообще, ну, из-за того, что какая-то медленная, если можно так сказать. Блин, все-таки не особо, 1000 метров. Не, я реально не особо даже. Мы все-таки попробуем на каком-то другом транспорте. Ну, на другой машине. Я, например, все-таки на 100 дилле. Конечно, не знаю, она у меня особо не прописана. Сейчас просмотрю рекламу. Ну вот, как бы посмотрел ролик. Прокачаюсь. Я сам, наверное, ивент закончился. Давайте сейчас уже еще один раз прокачаем. Не думаю, конечно, что... Ничего себе, конечно, ускоритель. Ну, есть только ускоритель. Но он же не ускоряет нашу машину. Он наоборот дает это. Ёпка. Да куда я возьму? Ну, мама, скажи.
Блин, это невозможно. Так много пролететь. Не, реально, это какой-то сложный ивент. Я отвечаю. Это сложный ивент. Да. Не стоило мне выбрать эту машину. Ну давайте еще последний билет. Делаем то же самое. Просто в магазин и идем, пока у нас кончится топливо. Если они полностью назад, это или нет. Оп. Ну, 48. Нормально так. Ну, камень нормально еще. Ну, давай, но все равно я получу, так сказать, на мой редкий сундук. То я как раз выкрою. Так, не надо. Ну, кстати, я уже на красместе один, но не заметили. Ага, еще этот фильм. Да, ты слепишь, господи. Не слепишь, что? Каждый раз проходит, что серьезно? Блин, как ты умудряешься проходить каждый мой вызов? Даже больше, чем я проехал, буквально. Как это вообще нормально? Как далеко проехать? Кто даже человек не сильно проехал? Это невозможно. Я не говорил, что это как бы я не обижаюсь на то, что мы уже выехали. Как он не обижается? Ну как он все-таки выехал, а? Интересно. Такой выход. Не особо ничего не нравится. Ну, в принципе, как-то не хочется даже опять же на этот ивент обратить так много внимания, потому что всего лишь-то, конечно, надо 300 баллов, но что мне кажется, я даже до... Ну, до... 100 баллов все-таки не видно. Не было как такого. Открываем наш заветный сундук. Я закрою глаза. Как не думал. Ничего особенного. Только лишь монетки. Это хорошо. Я теперь еще гоняю на раллином авто. Это такая сложность и колечки. И оно у меня еще нет. Так что только закрыт. И все нас... я кстати догадался, почему. У нас именно супер джамп, а не он джамп. Ёпая. Я выиграл. Ну, короче, все. Все, так что можно сказать, если я проиграл. То, что у меня не особо прекрасно. Я выиграл, куда я уеду на песке. Вы что, хотите, чтобы я как-то на формуле умудрился уездить на песке? Вообще, думаю, это вообще странно. Ладно, все равно я выиграл. Да, волшебный. Но я не думаю, что я дальше проеду. И этот трассу вообще по-моему. Скорее уже пришли, то, что я проиграл. Слишком нужно быть. Я уже перемотаю эту штуку. Ну, а не надо, и нет. Нет, не заехал с этой штуки. Я сейчас разобьёмся. Да разбился. Давай, всё. Даже до того времени, когда я разбился, они уже доехали. Не знаю, если бы не я был. Ну, второе место, ладно, ладно. Я же не говорю, что второе место такое. Ну, по крайней мере, ладно. Пока что этот батый красавец не доходит. Оп. Нет. Ой, я первый. Ой, я как не доехал. Он даже не доплыл.
Походу, этот человек решил удалить их как-то. Но не получилось. Ладно, я пил нормально. Думаю, доехал первый. Так. Облись. Нет. Реклама не меняла. Ух, так как интересно-то. Так. Ну, давай сходи на лапунок. На этот раз, а то я нажал как-то на фон. Без понятия. Ой, ёпан, да я не обгоню что-то. Скорее обгоню, но только на пару секунд. А возможно, он еще и разбьется. Даже до времени не обгоню. Но, по-моему, даже не потащится. Не разбился. Ну, иногда, да, бывает так, то, что вот эти быстрые, так сказать, машины, они тупо даже не доехали до финиша уже, разбились. Ладно, ладно. У нас прям схватка супербайк, можно сказать. Он не разбил. Только не поедет назад. Ладно, мы уже тут едем. Так, первый. Все короче, как по маслу. Ах ты ж, давай, оп, успел. Успел, дай, ну, коснуться финишную полосу. Ах ты ж, у нас все-таки уже как дуэль идет. Типа как. Один на один. О, не разбился все-таки. Догадался тормозить. Ну и не тормозить там. Да все, пиши уже. Ах ты ж, все-таки у меня еще какой-то Ми М Джонал. Ему. Ладно, шоу, наверное, в самом месте. Если в этом планете нет, это и то нормальнее, чем третье место. Погнали. Ух, ну нифига себе. Не дали? Блин, взял кто-то. Не знаю. Ну, короче, у него еще актуальные детали. Плюсы. Да. Оп, я первый. Блин, ну второй, ладно. Нет. Так, ладно. Ну, ладно, ничего. Зато второе место, еще бы чуть-чуть скорости не хватило. Еще бы чуть-чуть скорости, я бы обогнал его. Ну-ка, ну, все, байк сразу же быстро не становится. Прям уже дошел, 5 раз прокачался, а перестал он у тебя. Не знаю, со скоростью снизу. Но если так считать, то если его полностью прокачать, то он вообще улетит, блин. О, рекол, кстати, 2 секунды. Ну, не, на 5 сладко, дуэль. Ничего. А что это вообще, ну, правил? Вот этот, который пьет. Опа, я первый. Ну, не надо долго. Блин, кто свой еще? О, я первый. Да. Ой, идеально. Ну-ка, кышка по рекламе. Идеально. Уже, ну вот, в принципе, я сегодня только перешел сейчас место. Ну, в принципе, как-то мало гонок. Ну, давайте еще покатаемся в лесу. Да, почему вы охраны? Катайся в лесу. Кого? Говорит, мне поворот, ну я и все эти шанаи просто. Не думаю, что Бадди так подойдет. Да и подумал. Ну, конечно. Очень какой-то дизель прям тянет на что-то. Да, что подтягивает на джип как-то. Ладно, давайте на джип.
Я не буду угадать 20 лет. Все, поехали. Оп. Да, вот такой вот у меня бежит. Так, вот слишком махается. Да, господи. Я не знаю. Мне, конечно, стиль какой-то. Непонятно. Какого-то вам пацана, который надел кулаку и едет. И, конечно, все равно ноги на таких машинах не видно. Да вот, кстати, это... Дом очень так близко. И да, ну уже я в пятой серии сказал то, что наконец-то выпал. У меня монетный ускоритель, но я уже сколько играл, и представьте. Я, по-моему, в легенду перешел. Эти. Ну, в декабре в школе. Или в ноябре. Да, в декабре я перешел. Ну, конечно же, но. Ну, конечно, я не показал, как. Конечно, еще одну красочку это. Конечно, еще ее точно не скоро выйду. Вот, в принципе, да, такие детали. Ну, типа как. Установка профессиональная. Я все равно думаю уже ралли авто нагонять. Тальтуху, как обычно, проверю. Так на двери очень легко сантуху. Не надо мне назад. Зачем мне интересно? Оп, что же? Дал ну, нитро. Оп. 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 Ну вот как бы 16 000. Ну да, типа такие метры у меня везде. Да, вот так на двери очень легко сальто проверить. Оп. Люк. В конце, ну, типа... я типа в конце видео. Я разбил. Ладно, сейчас, когда, ну, видео будет завершаться, я как бы покажу рекламу. Рекламу канала. Да, рекламу канала. Ну, давайте. Но у меня ни одна машина не прокачана. Все. Ну, давайте продолжим. Ну, почему вы спросите, я не качаю другие характеристики, ну, например, там, сцепление, коробка передач, потому что я что, хорошо нормальное колено авто. А еще все нормально. Вот как обычно, этот багги для песка, когда, ну, начинает ехать. Как вы? Да, я даже рекорд как-то побил. Оп. Ну, кстати, вот так, особенно ехать легко. Я во-первых, и там ничего не сказала никому. Идеально. Первое место.
Теперь у них там как обычно. Ладно, первый день, потому что... Да, просто мне надо было свою вторую войти, а сейчас, ну как бы, все нормально, все, я все успеваю, все где-то подогнала, тогда побольше, все вот такое. Такое предложение, там будет нельзя, допустим, не будет все нельзя, куда-нибудь подальше. Ну, в принципе, что-то в замк мы посмотрели, что там у нас. Вот как бы даже двойку поставили на сокращение. Цель, прыгните как можно дальше. Ага, да прыгни еще. Куда еще прыгнуть-то можно? Он не считается в плане того, что если вы были... Получите баллы, на складе кулинарии, там вы работали. Вот сейчас поднимемся. Сделаю и пойдем к рекламе. Реклама сейчас, так сказать, будет двух каналов. Ты говоришь, что, ну, типа, если их не полный скорость, ты можешь пробиться. Опять. Вот это не идеально. Лично ли? Я пришла, ну, интересно, вот этот момент я не знаю, как все проезжает. Блин, я, конечно, не знаю вообще, как. Как они вообще проезжают эту штуку? Ну вот как раз вот этот. Ну, фургон такой типа встал, я, блин, даже его перепрыгнуть не могу. Как его вообще перепрыгивать, не понятно. Ладно, если сломать еще один, я перепрыгнуть. Ага, я вот это тут уже закупил. Да просто. Оп, давай этого Джоша парада, что ли? Не думаю. Ух ты ж, Биг Хаус. Мне уже давно не догонял. Ладно, блин. А, не, я вышел. Я вышел. Наверное, я просто как-то, блин. Я через неё, как бы у неё спрашивала, она говорит, что ну, пока нет у меня понятно, что там будет, там будет. Ну, хорошо, как будет, что имею в виду, я пойду. Ого, там, уже, я говорю, первый раз, считайте, я уже... Ну, как бы, так это... Ну, всё, теперь переходим, так сказать, к рекламе. Вот, первая реклама канала, это... Ну, канал, это... Чуклин Прэйзен 2. Подпишитесь как бы на него, у него прикольное название, прикольная аватарка. Также выходит прикольные видео. Тут такие прикольные видео по ивентам. Так что подписывайтесь и посмотрите. Ссылка будет на этот канал в описании. А теперь давайте перейдем ко второму пиару. Ну типа пиару, каналу, рекламу. А вторая реклама канала, ну, как бы правильно еще посчитать, Юнов 2. Ну, типа такой каналчик, тоже советую подписаться на него. У него есть такие прикольные видео, даже такие видео. Даже есть по ивентам тоже, как я снимаю обычно. Прикольные видео, прикольные челленджи, так что, так же сказать, подписывайтесь на этот канал, не пожалеете. Также он снимает прикольные игры, как Supreme Pressing 2, Minecraft, Quest и так далее. Все на этом канале вы увидите. Так что подписывайтесь, не пожалеете. А теперь мы заканчиваем видео.